В Магадане завершается асфальтирование придомовых участков, предусмотренных в рамках реализации производственных работ по благоустройству дворовых территорий в 2021 году. Глава города Юрий Гришан в ежедневном режиме держит на личном контроле ход реализации данных работ. Так градоначальник проверил дворовые территории по улице Набережной реки Магаданки 15, 55 и 57. Ну, сегодня как бы для меня уже такой почти итоговый объезд, потому что мы заканчиваем работы по дворовым территориям. У нас осталась работа по набережной 55, и немного, где вот мы с вами проходили, и Попова 7. Остальные территории дворовые сделаны. Ну, есть замечания. Вот сейчас со мной вместе начальник дорожного отдела департамента САТЭК мэрии города Магадана, который составляет дефектную ведомость. Претензии есть к подрядчику. Будем смотреть. Перекатать уже асфальт будет невозможно, потому что зимнее время наступает. Но гарантийные обязательства действуют в течение 5 лет. И если какие-то работы нужно будет сделать, то подрядчик в течение 5 лет может свои недостатки устранить. Сейчас идет проверка федеральным дорожным агентством. Прибыл сюда инспектор, будет делаться контрольные вырубки, керны, отправляться в лабораторию в Хабаровск, тем, чтобы высказать независимую оценку тому, что мы летом сделали. Также сейчас заканчиваются работы по подготовке оснований для спортивных площадок. Напомним, всего в этом году их сделали 6, и все они пользуются большой популярностью у жителей города.